Родителям предложили на несколько часов превратиться в школьников. Выпускников 11 классов. Им предстояло сдать единый государственный экзамен по математике. Такая акция проходит на базе Ликино-Дулевского лицея второй год подряд. Прямо с порога родители окунулись в предэкзаменационную атмосферу. Все было приближено к реальности. Обязательная процедура – металлоискатель. Но даже если бы кто-то из родителей смог пронести с собой телефон, то он оказался бы бесполезен. В лицее, как и на экзамене, работали так называемые глушилки. Для того, чтобы родители почувствовали дух экзаменационный, дух самой процедуры проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена. Мы приглашаем родителей. Что важно сегодня отметить, это повышенный уже интерес по сравнению с прошлым годом. Это очень полезное мероприятие для родителей с тем, чтобы смотивировать и детей на достойное прохождение в целом государственной итоговой аттестации. Следить за экзаменом родителей будут не только преподаватели, но и камеры. Все в точности, как на настоящем экзамене. С той только разницей, что за этой трансляцией следят присутствующие педагоги, а на ЕГЭ специальная комиссия. Малейшее замечание, работа выпускника аннулируется. После инструктажа по правильности заполнения бланков родителям предложили самим написать базовый экзамен по математике. На все у них было 2 часа. Результаты тестирования отдадут детям, чтобы они вместе с родителями провели работу над ошибками.